Давай, давай, трудимся. Хорошо. Ну что, прям я готов. Да. Можно прям проблеваться на камеру. Первый раз? А фитнес отличается? Слушайте. Давай, давай. Хорошо. Что лучше, кроссфит или художественная гимнастика? Совмещать растяжку тоже нужно. Фух, сегодня очередной комплекс делали на нашей бесплатной тренировке. В общем, за основу взяли 14 упражнений с грифом и фантазировали. Образно говоря, вот 14 упражнений – это 7 блоков по 2 упражнения. Делаем сначала первые 30 секунд, потом отдыхаем 30 секунд, потом второе 30 секунд, отдыхаем 30 секунд, и потом делаем минуту без перерыва, то есть 30 секунд это, 30 это. То есть в каждом блоке получается 2 круга по 30 секунд, 1 круг минуту. И в конце решили все сделать, все без перерыва, такие небольшие соревнования, по 15 повторений каждый, за исключением правой и левой руки. Новые люди, я постоянно это говорю, значит одно, наши тренировки набирают оборот, именно бесплатные тренировки, раз в неделю бесплатная круговая тренировка в клубе «Рапорт», бесплатно, приходите, спорт, вдохновляйте и мотивируйте.